Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, меня зовут Павел. Мы начинаем играть в новую игру Crash Arena Turbo Start из серии Коты. Чего хмуришься? Не рад видеть своего дядю Тони? Извини, что не было рядом все эти годы. Я задолжал серьезным людям, и мне пришлось залечь на дно. Ну ладно, открывай контейнер. С днем рождения, Айка ТВ. Вау, ребята. Поздравляю с твоей первой боевой машиной. Давай, установим ракетницу. Ребята, это игра соревнования. Мы будем строить машину, с помощью которой мы будем сражаться с другими такими же игроками по сети интернет. Итак, ребята, давайте поставим ракетницу, то, что нам посоветовал дядя. Дядя Тони, вперед, ребята! Начнем апгрейдить нашу тачку. Что ты ждешь? Залезай! Отлично! Тебе идет, давай попробуем выиграть новые детали для твоей машины. Быстрый бой. Помни, ты не управляешь машиной. Она сражается автоматически. Твоя задача, как инженера, построить лучшую боевую машину. Нажми, чтобы смотреть. Вау. Твоя машина победила. Отличное начало карьеры. Забирай свой первый ящик с деталями. Они тебе пригодятся. Так, этот ящик мы выиграли. Ящики с деталями хорошо запечатаны. И на их открытие нужно время. Как долго они будут открываться. Но с хорошими инструментами можно ускорить открытие. В этот раз возьму расходы на себя, сказал дядя Томми. Тут какие-то кристаллы. Пока мы бесплатно открыли ящик. Смотрите, ящик обычный, ребята. Значит, бывают еще и другие ящики какие-то. Необычные, секретные. Или еще какие-то, я не знаю. Потому что я играю в первый раз. И вижу эту игру так же, как и вы, впервые. Так, нажмите, чтобы открыть. А пока, мисс, подождите. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал Айка ТВ. Расскажите своим друзьям о новой игре. Итак, давайте нажмем. Циркулярка, вау! Бигфут! Импульс! Дрель! Ничего себе! Целых 4, нет, 5, 200, это что, это монета, наверное? То есть мы получили 4 приспособления и 200 монет награды. Да, конечно, мы заберем эту награду. Отличный улов! Продолжай побеждать в быстрых боях и получать ящики. Загляни в гараж и попробуй какую-нибудь из новых деталей. Редактировать. Ого. Новинка, 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 новинка. А мы можем только одну деталь ставить. Давайте попробуем поставить вот эту. Дрель, по-моему. Да, дрель. Она, по-моему, второго уровня. Или, я не знаю, две звезды имеет. Давайте попробуем. Подожди, у меня еще кое-что есть для тебя. Что, Тони? Возьми эту наклейку. Она сделает твою машину особенной. Выберите наклейку. Выберите одну из следующих наклеек. А у нас только две. Хорошо, давайте выберем вот такую. Так. Сатурн.
и разместим где-нибудь на капоте. На капоте не получится, давайте сбоку. Ну, давайте сюда куда-нибудь. Выглядит отлично. Жду, не дождусь увидеть твою машину в бою. Вперед, ребята! Ставьте лайк! Поддержите канал Айко ТВ! Поддержите нашу тачку! Так, быстрый бой, вперед! Нажмите, чтобы смотреть. Ого! Наш противник стреляет еще. Победа! Вторая победа. Мы получили ящик. А что в ящике? Я не могу понять. Его не видно. Нажмите, чтобы смотреть. Ой, смотрите, у него длинный какой. Сверло у него длинное. Но мы его победили. Ну надо же, очень интересно. Хочешь попасть в телевизор и сражаться в финале? Да, конечно, да. Я записал тебя на первый этап чемпионата. Отлично. То есть он будет через 36 часов. Ребята, какой это чемпионат будет проходить? Ну, пока мы участвуем в быстром бое. Тебе нужно будет одержать победу 23 этапов, чтобы дойти до финала. Ребята, в 23 этапах. Вы представляете, какой это чемпионат? 23 этапа. Крутень, крутень. Не сомневаюсь, что у тебя все получится. И ты станешь звездой. Ну и давайте вернемся к первому этапу. Ребята, то есть мы знаем, куда нам стремиться. Это не просто игра, это чумовая игра. Что здесь у нас? Тут у нас таблица какая-то рекордов. Давайте посмотрим. Это ты участвуешь в соревновании. Есть несколько способов победить в этом этапе. Давай попробуем одержать победу в серии боев. Мы на 12 месте, на 12 месте. Битва. Сразитесь против всех игроков вашей группы один за другим. Количество необходимых побед для мгновенного повышения 3. Бой. Третий бой, ребята, смотрите, смотрите. Отлично, наша машина победила 3 боя. Результаты. Выиграно боев 3. Вы мгновенно перешли на следующий этап. Ничего себе. Как все быстро разворачивается. Поздравляю с победой в первом этапе чемпионата. Вау, мы уже участвуем в чемпионате. То есть мы прошли первый этап, ребята. Смотрите, как все просто. Подписывайтесь на канал Айко ТВ. Ставьте лайки. И будем вместе, вместе участвовать в чемпионате. И возможно, мы даже можем встретиться на арене друг против друга. То есть Айко ТВ может сражаться с любым человеком, который находится в онлайне и играет в эту игру. Так, что дальше? Давайте посмотрим. Чемпионат завершен. Так быстро? Ну, это, наверное, первый тур. Награда. 7 кристаллов, 1000 монет. Монеты в виде лапки, но это мы разберемся. И, соответственно, сундуки, ящики. Вы перешли на второй этап. Нажмем ОК. Доступны новые детали. Вы разблокировали более мощные детали. То есть детали третьего уровня. Выберите наклейку.
Какую бы нам выбрать наклейку? Мне нравятся вот эти кубики. Супер ящик. Нажмите, чтобы открыть. Ребята, ставим быстро лайк. Лайк ставим. Поставили? Открываю ящик. Дрель. Еще одна дрель. Нитро. Нитро, это круто. Мы можем ускорять нашу тачку. Жало. Тоже круто. И циркулярка. Классика. Катер. Это разновидность что? Ладно, разберемся. Скутер. Это колесо или что такое, не пойму. Шкив. Вау, вау, забрать награду, ну конечно же. Так, нам предлагают битву. Давайте примем участие. Давайте выйдем. Ты наверняка хочешь попробовать свои силы в новом этапе. Ну давай сначала улучшим твою машину. Конечно, дядя, дядя Тони, как же без тебя? Ты можешь улучшить свои любимые детали, вливая в них ненужные. Вливая. Ключевое слово вливая. Пригородный чемпионат. Давайте посмотрим. Карта. Карта нам пока не активна. Давайте нажмем, куда стрелка нам показывает. Куда показывает игра. Мы пойдем сейчас в гараж, наверное. Будем улучшать нашу машину. Защита в чемпионате. Успешных защит в чемпионате 2. 38. 38 монет. Собрать. Редактировать. Выбери деталь, которую ты хочешь улучшить. Ну давайте улучшим дрель. Потом влей в нее другую деталь. Окей. Ну, допустим, вот эту давайте вливать. Сюда. Все путем. Продолжай вливать и улучшать детали, чтобы прокачать свою машину. Нашу тачку. Что мы еще будем вливать и улучшать? Я даже не знаю. Так, что это у нас? Циркулярка. Циркулярка. А что у нас? Две циркулярки. И они, по-моему... Да, они одинаковые. Давайте... Давайте... Циркулярочку. Одну вольем. Хотя мне тоже она нравится. Мы потом попробуем и с ней. Еще одна циркулярка. Но она, по-моему, не такая мощная. Как до этого было. Оп, оп, оп. Так... Так, это что у нас? Жало. Жало подлиннее, да? Мы можем это жало поменять. Ну что-то минусовалось, интересно. Так, это что? Бигфут. Бигфут. Ну, я даже не знаю. А это что? Это тоже Бигфут 15. Тут 15. А сюда можно этот Бигфут поставить? Так, хорошо. Скутер. Это колеса. Давайте поменяем колесо. Нельзя... Влить деталь саму в себя. Я понял, я понял. Выбери деталь, которую хочешь улучшить, и влей в нее в другую. Я понял, я неправильно сделал. Хорошо. Мы выбрали эту деталь. А вот эту можно влить? Деталь? Можно. Так, что это у нас такое? Импульс. А что он делает? А вот в это колесо мы можем вот эту новинку
валить. Да запросто. Так, нитро. А у нас это длинный, это первого уровня. Это мощнее. Давайте. Это жало. Ты хочешь пожертвовать деталь второго уровня? Нет, я хочу влить. А нитру куда можно поставить? Нет, пока мы не разобрались, что делать с нитро. Давайте оставим так, как мы есть сделали. Я вижу, ты получил свою первую супер деталь. Неплохо. У меня есть знакомый, который может превратить любую твою деталь в супер деталь. Да не может быть, ребята. Все, что для этого нужно, лишь сделать ставку. Ставку? Интересно. Это предстоящий бой. Как думаешь, кто из них победит? Выбери одного из игроков и поставь на него свою деталь. Если игрок выиграет, то деталь получит бонус и станет супер деталью. Попробуй. Попробовать. Начало через 3 минуты. И я поставлю на этого малыша. Перетащи деталь на кон. А вот это. Подтверждение. Деталь на кону. Вы уверены, что хотите поставить эти детали? Да, уверены. Бой начнется через 3 минуты. Мы будем 3 минуты ждать. Мы примем бой сами. Отлично. Так просто, и мы победили уже. Ребята, подписывайтесь на канал Айка ТВ. Ставьте лайк. Так, нам надо подождать. Давайте примем участие в следующем бое. Ой. Как мы его? Отлично. Пятая победа, ребята. Команда Айка ТВ побеждает и в этой, и в этом бою. Так, бой через 2 минуты. Давайте попробуем еще сразиться. Ой, какая крутая машина. Здесь... Ой, смотрите, как нас... Циркулярка, смотрите, как работает. И мы победили ее. Круто. А этот ящик мы сможем открыть, я так понял, что через 24 часа. Обычный ящик. Второго этапа. Или открыть за 10 монет. Давайте начнем открывать. Нет, не 24 часа. А 1 час. То есть 2 часа всего лишь. Ну нормально, 2 часа, подождем. Но этот ящик мы увидим, когда откроется, только в следующем видео, ребята. Так что в следующем видео, которое выйдет завтра, обязательно смотрите. И вы увидите, что будет в этом ящике. Так, через несколько секунд, чуть меньше минуты осталось для боя, на которого мы поставили деталь. Давайте подождем немножко. Осталось 30 секунд. Мы на эту машинку поставили. Смотрите, у них одинаковое количество сердец. Я так понял, что это показывает жизнь. Но эта машинка маленькая. Боевых качеств 17 единиц, а у этой 13. Посмотрим, кто из них победит. Осталось 3, 2, 1, 0. Смотреть.
Вау, 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 вы посмотрите. Маленькая машинка перевернулась, и эта тоже перевернулась. А кто из них победит? А это решит пресс. И вот так вот. Вы проиграли. Ну что делать? Ничего страшного. Хотите восстановить утраченные детали? Бесплатно? Ну а почему бы и нет? Вы успешно восстановили все детали. То есть сейчас было как бы такая ставка учебная. Нет, пока мы ничего ставить не будем. Мы поняли, как это работает. Давайте за кадром. Я буду разбираться в этой игре. Постараюсь прокачать эту машину. И завтра выйдет новый ролик об этой игре. Про кошек. Про соревнования на машинках. И мы посмотрим, как мы будем сражаться. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий, новой игры «Кошки». Всем пока. С вами был Павел.